Завтра исполнится 20 лет с момента принятия Конституции Российской Федерации. Основной закон страны вступил в силу в непростое время и, по сути, провозгласил новый принцип государственного строительства. О том, что значит Конституция для всех и для каждого, говорили сегодня в Театре оперы и балета. «20 лет с точки зрения истории человечества – меньше, чем миг, но этот период вместил в себя очень много. Конституция России внесла столь необходимую долгожданную ясность. Действие предыдущей советской конституции 1978 года слишком затянулось, хотя она уже не соответствовала общественно-политической обстановке. Особенно остро вопрос встал после августа 91 и октября 93 года. Все эти коллизии были связаны как раз с отсутствием основного закона. Новая конституция России упразднила советы, закрепила государственный строй, основные права и свободы, определила систему высших органов власти. Конституция в то нелегкое и неспокойное для России время фактически заложила правовые основы для общественного согласия. В основном законе закреплены объединяющие все общество принципы. Это приоритет прав человека, принцип разделения властей, правовой, социальный и федеративный характер государства, равенство граждан перед законом и судом и многие другие. Полную видеоверсию торжественного мероприятия, посвященного 20-летию Конституции России, можно будет увидеть в эфире национального телевидения «Чувашия» 12 декабря в 21 час.